Про физкультуру. Прикладные виды. Метнуть копье, ядро, булыжник, молот, булыжник на веревке летит дальше. А диск? Для чего его метать? Да, вот меня тоже всегда интересовало. А это как и молот, то есть булыжник на веревке. Его на войне ни в кого метать не будешь, булыжник на веревке. То есть просто камень кинуть, но оно понятно, прикладное имеет значение. Копье вообще понятно, о чем речь. А булыжник на веревке, так он просто летит дальше из-за того, что у него рычаг. А диск тоже летит дальше, потому что у него аэродинамика. Это уже чистый вопрос спорта. То есть ты не просто кинул булыжник, а кинул апгрейженный булыжник очень далеко, потому что диск летит всегда сильно дальше, чем летит просто ядро. Вот. Ну, конечно, в зависимости от веса, там, шлифовки, полировки. Ну вот, то есть люди хотели удивить окружающих. Плюс диск кидать просто удобно, потому что он специальной формой обладает. Соответственно, вот эти все вращательные движения маховые с весом на конце очень здорово развивают рабочую мускулатуру для разного всякого. То есть оно полезно, чтобы быть красивым. Что у греков, что у римлянов, у них было свободное время, ну я имею в виду людей, у кого было свободное время, чтобы заниматься именно спортом, для того, чтобы была некая калокагатия, то есть гармоничное развитие в здоровом теле, здоровый дух, оно об этом. То есть ты должен быть не только умный, но еще и красивый, заниматься спортом постоянно. Вот. А для этого уж, уж вопрос не в том, что должны быть обязательно прикладные виды спорта, а тут просто вот типа нашего фитнеса. Подъем штанги лежа на скамейке никакого смысла вообще не имеет, так-то, если по-хорошему, кроме того, чтобы у тебя были красивые сисцепцы. Да. А правду ли говорят, что это неправильная поговорка «в здоровом теле здоровый дух»? Говорят, что там вначале надо молиться, чтобы в здоровом теле было здоровье. Это я не знаю. Я сейчас конкретно о смысле греческого слова «калокагатия». Кало. Кало – это хороший, значит. Пугает, конечно. Ну, кагатия. Греческий язык странный, у них какос плохой, а калос, наоборот, хороший. Мария Калос – это… Мария хорошая. Хорошая Маша. Маня хорошая. Хорошая Маша. Да не наша.